активнее смотрел во время. Предмет, пообщаемся на предмет формирования. Издательство ТИП. В качестве, прежде чем мы начнем с вами сегодня семинар, вебинар наш, позвольте вам сказать, что в конце нашей встречи главное учебное приложение для 5-11 классов. Поэтому будьте внимательны, не отключайтесь сразу по окончанию вебинара, а обратите внимание на этот промокод. Итак, у нас с вами сегодня следующий план. Это вспомнить. Уточнить определение в комплексах примеры формирования универсальных учебных действий и определим способы мониторинга развития универсальных учебных действий. Я смотрю, что перед началом вебинара был размещен слайд, повествующий нам о том, что если есть таковые, то вы можете все являются государственный образовательный стандарт, определяет универсальные учебные действия как совокупность способов действий учеников, которая личность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
она существует, образовательные, искать и использовать необходимые средства по достижению этих целей, контролировать и оценивать его. Также реализация формирования универсальных учебных действий направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. То есть это те требования, которые предъявляет государственный образовательный стандарт к результатам обучения. Итак, к личностным результатам мы относим готовность и способность учеников к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, которые отражают их индивидуальные личностные позиции. Личностные качества их, то есть то, какими мотивами руководствуются дети при тех или иных поступках, да, и сформированность основ российской гражданской идентичности. Метапредметные результаты – это освоенные, по сути, обучающиеся познавательные, регулятивные и коммуникативные универсальные учебные действия. И предметные результаты, то есть это тот усвоенный материал, те усвоенные действия, деятельность, которая специфична для того или иного учебного предмета или предметной области, способность получать новое знание в том или ином предмете и преобразовывать его и применять. Какие же виды универсальных учебных действий выделяются? Я думаю, что вы все это знаете прекрасно, уже неоднократно слышали, но тем не менее. Это личностные, универсальные, регулятивные, которые включают также действия саморегуляции, познавательные и коммуникативные. Сейчас мы с вами остановимся на каждом из этого виде универсальных учебных действий более подробно. Итак, личностные универсальные учебные действия предполагают личностное самоопределение учеников, ценностно-смысловую ориентацию учащихся, то есть это умение ответить на вопрос, что есть хорошо, а что есть плохо, да? Чем мотивированы действия. Соотнесением цели действия и его результатом, то есть какое значение, какой смысл имеет для меня деятельность. И ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях. Непосредственно формирование и развитие личностных универсальных учебных действий уже проводился неоднократно вебинар в рамках издательства «Титул». И сегодня мы с вами еще раз посмотрим на формирование, развитие и мониторинг всех видов универсальных учебных действий. Итак, на слайде, коллеги, вы видите пример из учебного пособия «Read-Up» для второго класса. Здесь, прежде чем давать характеристику этому заданию, объяснять, почему я разместил, казалось бы, упражнение, да, пример с описанием конкретной инструкции, последовательности действий, да, в раздел развития личностных универсальных учебных действий, мне бы хотелось сказать, что я придерживаюсь той позиции, что все упражнения, они прежде всего носят такой универсальный характер. То есть мы не можем сказать, на мой взгляд, что непосредственно вот это упражнение формирует исключительно личностное универсальное учебное действие, а другое упражнение, да, задание, оно формирует непосредственно регулятивное универсальное действие. То есть я приверженец того, что упражнения носят у нас многофункциональный характер. Итак, посмотрим с вами на этот пример. Здесь мы видим, что детям предлагается, выполнив определенные шаги, создать кормушку для птиц. Это прежде всего способствует повышению и мотивации, да, то есть повышается интерес к изучению предмета, когда дети посредством того, что они читают инструкцию на иностранном языке, понимают, что им необходимо делать, и создают определенного рода продукт.
Мы понимаем, что это определенного рода экологическое воспитание формируется и гражданская позиция в этом вопросе. Формируется критическое мышление, потому что необходимо изучить текст. Необходимо в этом конкретном примере разместить шаги в логической последовательности. Формируется ответственность детей за сохранение окружающей среды. Развивается положительное отношение к явлениям языка. И, естественно, пробуждается интерес к изучению нашего предмета. Другой пример, взят из учебника для 4 класса happyenglish.ru, где описываются блюда национальных кухонь различных стран. Здесь предлагается детям прочитать, ознакомиться и ответить на вопросы. А уже ответы на вопросы соотнести с правильными ответами. Здесь важно сказать, что мы видим, как формируется интерес и уважение к другим народам, то есть тем о традициях еды, да, кухни мы узнаем из этих текстов. Формируется желание осознать свои трудности и стремление к их преодолению, то есть когда дети сравнивают свои ответы с правильными. И развивается уважение к проявлениям особенностей культуры иноязычной. Более того, посмотрим на другой пример. Итак, здесь нашим ученикам предлагается вместо картинок заполнить пропуски словами, то есть это на проверку знаний слов, да, лексических единиц, но и выполнить проект. Проект предлагается выполнить, нарисовав модель школьной формы, то есть работать в парах предлагается. Соответственно, мы здесь будем развивать культуру работы в паре, обговариваем правила поведения в группе, в мини-группе в данном случае в паре. Анализируем, обращаемся к опыту непосредственно детишек, к тому, какие требования существуют уже в школьной форме непосредственно в их школе. Соответственно, происходит осознание себя и своей роли ученика, а также формируется положительное отношение к чтению, к учению. И таким образом, на двух следующих слайдах мы можем с вами увидеть небольшую таблицу, где расписаны личностные универсальные учебные действия и способы их формирования и развития. Конечно же, в первую очередь, это положительное отношение к учению, к познавательной деятельности. И способ формирования – это упражнения, которые стимулируют познавательную деятельность, то есть это поиск информации, работа с таблицами, восстановление содержания текстов и так далее. Далее, это желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. Это работа с интересными текстами, обсуждение различных тем, дискуссии, желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению. Соответственно, это анализ и синтез текста, желание участвовать в творческом созидательном процессе, то есть это выполнение, наверное, проектных работ, участие в творческих заданиях, в уроках различных, театрализациях, осознание себя как индивидуальность и одновременно членом общества. Здесь может послужить хорошим материалом для обсуждения по теме «Семья», «О себе», «Об увлечениях», «О дружбе». Далее, признание моральных общепринятых этических норм. Это моделирование ситуаций различных, обсуждение поведения персонажей в книжках. Осознание себя как гражданина, представителя определенного народа, культуры, интерес и уважение к другим культурам и народам, толерантность. Это, конечно же, страноведческий материал и различные способы работы с ним. И развитие критического мышления, развитие ценностных ориентаций, чувств, эмоций, экологическое сознание. Это сопоставление явлений в родном и иностранном языках, анализ текстов, обсуждение проблем экологии, проекты, чего очень много
в учебниках happyenglish.ru и Beginner English. Следующим важным видом универсальных учебных действий является регулятивные универсальные учебные действия. Они обеспечивают организацию учебной деятельности. Мы учимся ставить цели учебной задачи, да, как ее достигать, соотносим то, что уже известно, с тем, что еще неизвестно. И здесь, конечно же, большую помощь нам оказывает учебный конфликт, такое знание, да, когда мы создаем ситуации, и ребята могут определить, что они знают и что им предстоит узнать еще. Ну, например, если мы говорим о введении такого материала, как исключение преобразования множественных числа в существительные. Да? То есть мы можем предложить им образовать форму множественного числа имени существительного, где обычно это делается с помощью окончания s или es, и вдруг ребята сталкиваются с такими формами, с такими словами, как food, woman, man, goose и так далее, tooth, и понимают, что здесь происходит, здесь они могут допустить ошибку, соответственно, они это не знают. Таким образом, мы определяем, что непосредственно ученики знают, что они не знают, и выходим на целеполагание, что мы узнаем. Итак, к регулятивным универсальным учебным действиям относятся такие действия, как планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, волевая саморегуляция. Более подробно написано на слайде, вы сможете ознакомиться уже после вебинара с этим. Ну вот, например, во втором классе в учебнике happyenglish.ru у нас есть герой Ворон, который преподносит уроки нашей героине Ане. И сама фраза «Сегодня мы познакомимся с согласной буквой P», да, которая обозначает звук «П», она уже говорит о том, что, ну, что мы планируем делать на занятии. Она вводит непосредственно детей в тематику урока. Или прогнозирование. Вот, например, на этом слайде представлен рисунок с заданием, где надо прочитать инструкцию и сделать свое фамильное древо. Почему же здесь мы можем сказать, что это прогнозирование здесь? Поскольку на рисунке представлен, если мы посмотрим на разворот книжки, да, мы увидим, что там представлен итоговый продукт, то, что дети должны сделать, да, то есть они планируют, что им необходимо сделать, и прогнозируют результат своей деятельности. Или, например, вариант с оценкой учебной деятельности, когда в учебнике New Millennium English детям предлагается поиграть в парах и угадать игрушку по местоположению комнаты. Свои ответы они оценивают по баллам, которые представлены на слайде внизу страницы. То есть это очень хорошо, великолепно, хорошая оценка, удовлетворительная. И вместо неудовлетворительной предложение поработать еще, попытаться. Да? А сейчас, уважаемые коллеги, посмотрите, пожалуйста, на слайд. А здесь у нас есть три упражнения. И давайте попробуем, вот, например, восьмое задание «Послушай Диану и проверь себя». Как вы думаете, какой вид универсального учебного действия будет формироваться при выполнении этого задания? Понятно, что это будут регулятивные универсальные учебные действия. И что еще? Самоконтроль, абсолютно верно, спасибо, Марина Владимировна. Естественно, это и рефлексия будет, самоконтроль в контексте регулятивных универсальных учебных действий. Спасибо, уважаемые коллеги. Далее, остановимся на... прежде чем мы перейдем, простите, к познавательным универсальным учебным действиям, что хотелось бы сказать еще про регулятивные универсальные учебные действия. Они существуют такой
определенный набор правил формирования когнитивных универсальных учебных действий при работе с учениками младших классов. А именно, первое. Получив задание, необходимо его сразу же повторить. Для чего это делается? Для того, чтобы заставить ребенка мобилизоваться и настроиться на задание. То есть лучше понять содержание выполнения задания и отнести задание лично к себе, то есть присвоить, так сказать, задание к себе. Далее, предложить им сразу подробно спланировать свои конкретные действия, что мы будем делать здесь и сейчас по достижению учебной задачи, по выполнению. Далее, нам необходимо поставить перед ребенком такую цель, которая не просто достижима, а актуальна здесь и сейчас. То есть это не может быть цель учиться очень хорошо, без троек, учиться на одни пятерки. Поэтому мы должны сказать более конкретно и непосредственно перед тем, как эта цель должна быть выполнена. А если у ребенка возникают трудности при самооценивании, то рекомендуется начать с того, что дети взаимооценивают друг друга. Таким образом, они учатся работать с помощью критериев по оценке учебной деятельности. И таким образом постепенно переходят на самооценку. Конечно же, здесь важно еще ответить, коль мы имеем дело в основном с начальной школой, то мы с вами понимаем, что это основная деятельность, все-таки переход от игровой деятельности к учебной. Поэтому игра играет очень важную роль, поскольку в игре мы можем применять те правила поведения, да, которые как раз-таки будут развивать регулятивность всех процессов, да, помогать нам в этом вопросе. Итак, переходим к познавательным универсальным учебным действиям, которые включают в себя общеучебные, то есть это умение учиться, логические и направленные на постановку и решение проблемы навыки. Это прежде всего те учебные умения, которыми ученики овладели при изучении других предметов. То есть это то, что может переноситься. Навык письма, например, работы со справочными материалами и так далее, чтение. Мы подобрали вам пример, который демонстрирует умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной речи, соблюдая нормы построения текста. Посмотрите, здесь ребенку предлагается ознакомиться с небольшим текстовым материалом, обратить внимание на картинку, на наглядность, и затем сказать, что же собирается сделать герой этой картинки, героиня Венди. Поэтому именно соблюдая нормы построения текста, да, в связи с определенной целью и задачей, ребенок будет высказываться предметно по выполнению этого задания. Далее, это постановка, формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем, творческого и поискового характера. Конечно же, это мини-проекты, в учебниках очень много заданий, когда детям приходится непосредственно сделать какое-то действие по инструкции, да, то есть это работа с инструкцией. Ну вот мы вернулись к тому примеру, который мы взяли за основу при демонстрации развития личностных универсальных учебных действий, а непосредственно создание фамильного древа. Здесь описывается, что детям понадобится, какие предметы понадобятся, да, поэтому они организуют свое учебное пространство. И далее идет пошаговое описание, которое им также необходимо выстроить логично, в логичном порядке, для того, чтобы они смогли достичь свою цель, а именно создать семейное древо. Следующий момент – это действие со знаково-символическими средствами, то есть это замещение, кодирование, декодирование, моделирование. Например, интересное задание в учебнике New Millennium English для 4 класса предлагается
прочитать текст и соотнести прочитанную информацию в тексте с картинкой, которая изображена сбоку и внизу под текстом. То есть здесь непосредственно происходит анализ информации, да, здесь и смысловое чтение развивается, и общее понимание, и детальное понимание прочитанного. А также формируется еще умение сравнивать, да, то есть анализировать информацию в тексте. Или же, например, напомню, что есть такое понятие, как работа со сплошными и не сплошными текстами. То есть сплошной текст – это текст, который представлен в виде слов, в виде рассказа напечатанного, да. А не сплошной текст – это работа с картами, с таблицами, со схемами, с изображениями различного рода. И тогда мы с вами видим, что следующее задание, оно как раз-таки и направлено на декодирование информации. То есть информация представлена в виде прогноза погоды на карте России и предлагается описать эту погоду, да, сделать прогноз погоды. Или же, например, интересное задание – посмотреть на изображение Луны и сказать, на что похожи пятна на ее поверхности. Да, тоже это и творчество, и мотивация, и работа с изображением. Далее, развитие умений сравнивать. Ну, в учебниках happyenglish.ru достаточно много заданий на сравнение явлений родного языка и английского языка. Конечно же, и воображение. Также сравниваются и звуки, слова, история происхождения слов. Это также помогает детям усвоить те явления, которые присутствуют или отсутствуют в обоих языках. Далее такое умение, как анализирование. Ну вот, опять же, в учебнике для третьего класса happyenglish.ru предлагается информация о ярких героях различных фильмов, да, и известных людей. Тоже грамматики. Там мы можем сказать, образуй отрицательное предложение или напиши вопрос. Или же мы скажем, согласись, не согласись с утверждением, уточни, узнай. То, естественно, уже приобретает коммуникативность наше задание, да? Не просто грамматический дрелинг идет.
Коммуникативные универсальные учебные действия включают в себя действия планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. Это определение целей, функций участников, способов взаимодействия, распределение ролей при работе в группе, постановка вопросов. Это инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. Это разрешение конфликтов, то есть выявление, идентификация проблемы, поиски, оценка альтернативных способов разрешения конфликта и принятие решения по его реализации. Также управление поведением партнера – это контроль, коррекция и оценка действий партнера. Конечно же, общаясь друг с другом, мы взрослые и дети склонны добиваться в общении своего результата. Для того, чтобы его добиться, мы, естественно, с вами хотим того или нет, но осознаем мы это или нет, мы все равно управляем поведением. Проектная деятельность, например, предлагается вот, проект «Наш классный альбом», где детям предлагается создать альбом класса, да, нарисовать кабинет учителя, объяснить, почему в школе здорово, замечательно учиться, представить расписание и так далее. Естественно, здесь необходимо учителю четко проработать. Опоры, Ну вот Наталья Федоровна пишет, что сталкивается с трудностями, когда дети не умеют общаться на русском, переносят грубость и неумение на иностранный язык. Да, такое бывает, к сожалению, на уроках. Ну вот коллеги отвечают, что это коммуникативные универсальные учебные действия, согласие, несогласие. УД, сотрудничество, абсолютно верно. Управление поведением партнера правильно. Регулятивные планирования, да, абсолютно верно, уважаемые коллеги. А далее задание, посмотрите, также давайте определим вид универсального учебного действия, read and say. То есть, когда мы организуем работу в группах, да, по выполнению проекта, нам могут пригодиться различные предметы. И здесь приводятся, например, способы выражения просьбы. Прогнозирование, коммуникативное, абсолютно верно. Планирование, прогнозирование, да. Взаимоконтроль. И на этой же странице, обратите внимание, вот мне очень нравится эта рубрика, которая каждый раз возвращает учеников к осознанному обучению, да, чтению. А когда приводится рубрика «We can read» и выделяются цветом те явления фонетические, на которые был сделан акцент во время речи. Ну, конечно же, они могут нравиться, не нравиться универсальные учебные действия, но мы живем в этой действительности, да, и мы с вами должны просто понимать, что мы и так все это делали, делаем и будем делать, поскольку сама природа предмета иностранный язык носит деятельностный характер. Но вот терминология, которая используется, это уже, конечно же, определяет уровень профессионализма педагога. Итак, давайте, уважаемые коллеги, сейчас я вам
перед тем, как мы переступим к мониторингу, способам мониторинга, да, и фиксации результатом сформированности универсальных учебных действий, я вам зачитаю некоторые примеры работы, а вы попробуйте определить, какой вид универсальных учебных действий это будет формировать, то или иное задание. Итак, ученики делятся на группы, разыгрывают диалоги, выступают в разных ролях и моделируют изучаемые процессы, ситуации и события. Это, конечно же, коммуникативные универсальные учебные действия. Спасибо. Далее, ученики выполняют работу самостоятельно, затем обращаются к слайду или к информации на доске, где представлен ответ. И таким образом сравнивают свою работу с правильным вариантом. Это регулятивные универсальные учебные действия, самооценка, самоконтроль. Абсолютно верно. Далее, прием «Удивляй». Когда ученики готовят краткое сообщение интересных исторических событий, сведений, какую-то легенду рассказывают или необычные факты. Это сообщение может готовить как ученик, как группа учеников, так и учитель. Это, конечно же, познавательные универсальные учебные действия. Да, абсолютно верно, коллеги. Далее, дан перечень характеристик предмета или явления, или действия, и ученики на универсальные идеи. В первую очередь и коммуникативные. Да, абсолютно верно. Здесь это такой кладезь, как бы. Здесь все универсальные учебные действия, Евгения, спасибо, будут как раз-таки и формироваться. Столкновение противоречий в практической деятельности прием называется, когда учитель предлагает ученикам задание, с которым ребята сначала справляются легко, но потом спотыкаются, потому что не знают, что делать дальше, как выполнить задание. Как следствие, ребята формулируют учебную задачу. Абсолютно верно. Это регулятивные универсальные учебные действия. Да, коллеги, так оно и есть. И, например, выберите лишнее слово. Задание. Выберите лишнее слово. Blue, bear, black. Ага. Это анализ. Регулятивные универсальные учебные действия. Выберите правильный ответ на вопрос и запишите его. Конечно же, здесь будет аналитическое действие, да, то есть ребятам надо соотнести и проконтролировать себя. То есть здесь будет еще такой элемент самоконтроля, самоанализа. Далее, закончите предложение, используя информацию из письма. То есть здесь будет как раз-таки работа у нас с текстом.
Это познавательное универсальное учебное действие и учебное действие при работе со смысловым чтением. Абсолютно верно. Например, расскажите о своем любимом школьном кружке. Расскажите о своем любимом школьном кружке. Совершенно верно. Это коммуникативное универсальное учебное действие и личностное. Это регулятивные. Здесь у нас будут аналитические, да, то есть это анализ, самоконтроль. Чтобы это задание стало коммуникативным. Не просто надо записать, составьте предложение, а что еще сделать, как вы думаете? Это в группе. Или сообщить, да, после того, как создали, что вы планируете сделать, если предложения это касаются. Или ответьте. Соберите информацию, прочитайте, абсолютно верно, сообщите, узнайте. Как мы с вами видим, спасибо за интерактивность, коллеги, большое. Проговорить в диалоге, да, расскажите, абсолютно верно. Как мы с вами видим, набор действий, которые должны быть сформированы, развиты у детей, он достаточно широкий. И, естественно, это довольно объемный набор итоговых результатов, который осложняет их мониторинг, их отслеживание на практике, на каждом уроке. Соответственно, необходима такая система контроля и самоконтроля, которая органически включала бы в себя все требования. Учитывая нашу занятость, еще и хотелось бы, чтобы это средство экономило нам время. Итак. Какими методами возможно осуществлять мониторинг развития сформированности универсальных учебных действий? Это анкетирование, сбор информации, собеседование, педагогическое наблюдение, педагогический анализ и психологическая диагностика. Я предлагаю, уважаемые коллеги, следующую таблицу, которая может помочь зафиксировать, да, результаты мониторинга сформированности универсальных учебных действий. То есть первая строка в этой таблице, она будет иметь название того вида универсального действия, которое мы формируем, мониторим. То есть, например, познавательные универсальные действия, да, либо коммуникативные универсальные учебные действия, либо регулятивные и так далее. Далее, вид действия непосредственно. Здесь мы с вами выписываем. Либо это синтез, либо анализ, либо что-то еще. И три критерия оценки. То есть это 0 баллов. 0 мы ставим, если действие не сформировано. 1 балл, если действие сформировано частично. И 2 балла, если действие сформировано полностью. Итак, смотрите, получается, какие вот виды, да, или критерии, можно сказать, мы будем заносить в первый столбик. К регулятивным универсальным учебным действиям мы занесем, первое, осознает ли ученик и принимает ли цель учебной задачи на основе известного и неизвестного. Ноль. Вообще не принимает. Первое частично, второе полностью. Да? Второе. Определяет ли, в какой последовательности следует выполнять учебное действие, учебное задание, какие источники информации использовать. 0 баллов, если он не способен это сделать. 1 балл, если делает это частично. И 2 балла, если это делает полностью. Третье. Осознает ли конечный результат и область применения полученных знаний. Соответственно, 5. Четвертое. Умеет ли проконтролировать результаты учебного задания с помощью образца или инструкции. Пятое. Осознает ли способ коррекции ошибок и так далее. В познавательных универсальных учебных действиях это будут следующие критерии. Умеет ли осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий. Умеет ли использовать знако-символические средства, в том числе и модели, схемы для решения задач. Умеет ли строить речевое высказывание в устной и письменной речи.
В коммуникативных универсальных учебных действиях это будут следующие показатели. Умеет ли вести и поддерживать элементарный диалог? Умеет ли кратко описывать и характеризовать предмет? Умеет ли выражать отношение к прочитанному? Умеет ли понимать речь учителя и так далее? То есть уже, наверное, в понедельник вы сможете с сайта скачать эти таблички, они будут представлены в вордовских файлах, да, заполненные полностью, то есть где критерии прописаны, и вам будет только оставаться вписать фамилию и обозначить на уроку сформирован, частично сформирован или полностью сформирован. Дело в том, что вот я тут где-то видел вопрос, насколько это объективно, не объективно. Ну вот могу сказать, что недавно, года два назад, я знакомился с очень интересной книгой, которая называется «Контроль как средство формирования успешной учебной деятельности». Книга на английском языке, разработана преподавателями, учителями действующими и издана была Советом министров образования Канады. И как раз-таки вообще вот эта тестология, да, используется часто, вот, критерий сформирован частично или полностью. Он как раз-таки достаточно объективен. Но как часто это следует делать, может возникнуть вопрос. Учителя, которые работают у нас в школе и принимают участие в экспериментальной деятельности, они это делают каждый день. Конечно же, я, судя по комментариям, сейчас вижу, что многие воспринимают информацию как очередную бюрократическую систему, но это на самом деле очень простая форма. Тут не требуется ничего сверхъестественного. Конечно же, вы тесты проводите не на каждом уроке, да? Вы не проводите контрольные работы на каждом уроке. Поэтому фиксировать вот это можно, включая задания в контрольную работу или в тесты, как раз таки задания на проверку универсальных сформированности, универсальных учебных действий. А из сегодняшнего вебинара мы с вами увидели, что практически любое упражнение, оно на это нацелено. Просто вы должны для себя обозначить, выделить как бы, да, вот именно это конкретное задание. Здесь более явно, что проверяется, что не проверяется. И тогда вы уже сможете определить, как бы, да, и зафиксировать результаты непосредственно вот в этой таблице и представить, как вы реализуете мониторинг сформированности универсальных учебных действий. Ну, это один из вариантов, это не претензия на уникальность и единственное правильное слово, естественно. Поэтому я думаю, что вы можете здесь, кстати, в чате попробовать показать, посоветовать, как вы осуществляете мониторинг. Ну вот, конечно же, можно и во время проведения тестов, и во время проектной деятельности, раз в месяц достаточно. Ну да, действительно, уважаемые коллеги, это у нас тесты, проектная деятельность. Угу, абсолютно верно. Ну вот, мне кажется, что это действительно такая удобная форма, удобная таблица, которая представит результаты вашей работы, да, чтобы они были как-то зафиксированы. Более того, хочу с вами поделиться, что вот мы, например, по окончанию курса начальной школы, то есть по итогам обучения в 4 классе, проводим так называемый переводной экзамен в школе по английскому языку. И помимо основной части работы мы включаем еще дополнительно, разрабатываем лист заданий, которые как раз-таки нацелены на выявление уровня сформированности универсальных учебных действий на предмете иностранный язык, английский язык. И, конечно же, мы не вводим это в систему оценки, но при описании результатов контрольной работы мы их тоже включаем. Их отдаем характеристику родителям и коллегам, учителям, предметникам, чтобы это было
Понятно, потому что мы же нельзя говорим про универсальность учебных действий. Я вас благодарю за внимание, за проявленный интерес, за активную дискуссию. Как вам и сообщалось в начале вебинара, сейчас вы на слайде видите информацию о том, как получить скидку в размере 10% на все обучающие компьютерные программы курсов happyenglish.ru 5-11 классы и New Millennium English 5-11 классы с почтовой доставкой. То есть, уважаемые коллеги, прочитаем внимательно инструкцию. Вам необходимо написать письмо на адрес shop@tipul.ru. Тема письма должна быть HENME. Этот код действует до завтрашнего вечера, до полуночи, точнее до 23:59 по московскому времени. И еще раз напомню, что вы благодаря этому письму сможете получить скидку в размере 10% на приобретение обучающих компьютерных программ курсом English, happyenglish.ru и New Millennium English для 5-11 классов с почтовой доставкой. Посмотрите, сейчас нам администратор вышлет код, который вы скопируете, и пройдя по ссылке, которая будет размещена в чате, вы сможете получить сертификат. А код действителен в течение 3 часов после окончания вебинара. Еще раз спасибо за вашу активность, за ваш проявленный интерес. То, что вы в конце недели присутствовали на вебинаре, говорит о том, что вы, конечно же, не безразлично относитесь к своей работе. Это очень радует. Сейчас я посмотрю, какие вопросы у нас здесь были, и попытаюсь на них ответить. Еще раз спасибо, всего доброго и с приближающейся нас всех весной.